Ребята, перед началом ролика хочу вам посоветовать свой сайт по продаже аккаунтов и открытию сундуков. Если вы не знаете, где честно купить аккаунт, то вам именно сюда. Также на моем сайте можно дешево выиграть гемы, ссылку на сайт я оставлю в описании. Ознакомьтесь с третьим разделом на часто задаваемые вопросы. Ссылка в описании. Привет всем, дорогие друзья! Сейчас вы посмотрите два фрагмента с моих стримов, где мне выпали бесплатно легендарные карты. И мою реакцию на это выпадение посмотрите. Только сразу предупреждаю, ребят, когда будет оставаться последняя карта в сундуке, вы звук прикручиваете, а то у меня чересчур была бурная реакция. Я как будто первый раз видел легендарную карту. Но я объясню, почему я решил вставить эти два фрагмента в ролик. Потому что один из этих аккаунтов я разыгрывал среди подписчиков на стриме. Поэтому, если вы тоже вдруг не были на стриме, но хотите участвовать в таких конкурсах, подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик, чтобы не пропускать. Вот, и я этот аккаунт разыгрывал среди подписчиков. Там изначально было 11 легендарных карт, потом я набил золото, купил в магазине 14 легендарную карту, и выпала с королевского сундука легендарная карта. Итого получилось 15 легендарок. То есть, блин, ну реально круто, у меня были крутые эмоции, я пообещал зрителям, что эту реакцию, этот фрагмент вставлю в видео. А следующая легендарка выпала, ребят, сразу же на следующий день. Мне никогда так часто не везло. Легендарки, если падают часто, то они падают мне за донаты. То есть я там доначу на большие испытания либо на сундуки, поэтому так, чтобы бесплатно мне везло, никогда такого не было. Поэтому подпишитесь, попробуйте, возможно, вам тоже выпадет легендарка. И, кстати, заходите в мой клан, вот хэштег, вот название. Ну и я, ребят, хочу вам пожелать приятного просмотра. Поехали, ребят, поехали. Банда гоблинов или темный принц? Ничего, я посмотрю. Банда. Таран или элитные варвары? Таран. Элитки. Ванька, кто топ? 450 рублей. Зазик, разик, как-то так. Ваня, ты что, элиток взял? Да, я элиток. Не, я взял элиток, да. А знаешь почему? У меня громовержец. Зачем мне брать таран? Я его буду останавливать на изичах. Ну фиг знает. Плюс у меня клон спел, у меня шарик. О, да, клон спел остановит элиток. Это да. Смотри, смотри. Что это за херь? Не знаю. Ну да, четко остановил ты таран. Да такое, да. Блять, что за хуйня, Ваня? Не знаю. А я чисто по фану заюзал клон спел. Ой, он еще больше лох, ля. Да фак. Я не знаю, как это понять. Но говорю, он еще больше лох. Больше, чем я? Да. Ты посмотри. Не, хотя, вы поровну такие. Короче, я не буду отвлекаться, ребятка, сейчас. Ребятка, ребятки, сейчас на донат. Надо тащить. Эденатере так не пойдет аккаунт мой. Эденатере так не пойдет аккаунт мой. Спасибо! Стоп! Стоп! Ух, я успел. Гром как спаситель с неба просто спустился. Зевс. Зевс. Так. Принцесску сюда. У него фаер, да? Ну да, вообще-то. А ты лох. Отлично. Слушай, вот этого, как его называется? Какого? Тут замок вообще слишком много, тут ты заметил? Да. Это сейчас что-то слишком. Так и клон спел. Клон спел нет, но я бы не сказал, ну достаточно, в общем-то. Но тут дец это самое прям частое. И ракета, разумеется. Ну да, ну куда ж без спелов. Так, нет, а ракета именно, вот именно ракета больше всего из спелов. Все. Нормально. А это уже 50 секунд. А, ну это только Короче, понял. Ну 30 секунд осталось, не тупи. Да, я понял. Да я вот хочу ракетой слева добить. Ну да, добьешь, а шо? Хватит разве? Да, 495.
или 496, или 494, не помню. А, это молния слабенькая, да? Молния 359. О, какой я задрот, запомнил все. Задротище. Да, вообще. Пау! Я этот аккаунт буст делаю не для себя, ребят, а для топ-донатера. То есть этот аккаунт уйдет сразу со всеми плюшечками. Легендарка лава с королевского сундука. Лава с королевского сундука. Фу. Слышь, Влад, это... оценила. В общем, такая реакция. Блин, ну лава здесь была уже, причем второго уровня. Видите? Подпишитесь на канал, и вам будет также легендарки падать. На подпись. И на мой канал тоже подписывайтесь. О, клоновый сундук. Ну что, откроем его? А вдруг будет легендарка? А вдруг? Ну, поехали. 1600 золота. Таран. Зап. Банда гоблинов. Две эпических? Редких? Неужели будет легендарка? Легендарка! Воу! Моя реакция на выпадение легендарки. Легендарка с кланового сундука. Ребята, а вы не верили? Быстро подписались на мой канал. Я говорил, если вы подпишетесь на мой канал, вам также будут падать легендарки с кланового. Вчера мне выпало с королевского сундука, сегодня с кланового. И завтра вам выпадет легендарка. Уже второй стрим подряд мне падает легендарка с таких беспонтовых сундучков. Я желаю, ребят, вам такого же везения. Поэтому подпишитесь на канал, включите колокольчик. Ледяной колдун. Огонь. В общем, ребят, я надеюсь, вам ролик понравился. Вот такая вот у меня была реакция на выпадение легендарки. Я так орал, как будто я первый раз вижу легендарку, как будто она мне первая выпала или какая-то топовая, не знаю. На самом деле, это были прикольные чувства, потому что, во-первых, ты выбиваешь из присутствия своих зрителей. Когда я просто в офлайне ее выбиваю, никакой реакции у меня нету. А когда это видят люди, и ролик можно записать об этом, реально какие-то эмоции такие превосходят, как будто, я не знаю, я нашел там деньги, сундук с деньгами или золотом, не знаю. Ну, серьезно, это было круто. Круто. И если вам понравился такой формат, я могу делать разные вырезки со стримов, где открываю сундуки, где я прохожу что-нибудь в испытаниях, либо в глобалик, показываю, возможно, какую-то колоду. В общем, какие-то фрагменты интересные со стримов. Если вы хотите, я буду делать нарезочки. Но на этом я буду с вами прощаться, ребят. Надеюсь, вы оцените это видео лайком, подпишитесь на мой канал и будете ждать мой новый выпуск. Я желаю, ребят, вам удачи, везения и всего самого хорошего. До новых встреч, ребят. Всем пока.